вообще хороший пример. Искам да ви покажа хубав пример. Сегодня у меня такая немножко безумная проповедь. Имам малко луда проповедь днес. Кто-то сегодня точно скажет, кто нас смотрит постоянно или слушает. И те, които ни гледат, ну, этот пастор точно уже сошел с ума. Те ще кажат, че този пастор вече полудял. Крыша поехала, и он будет абсолютно прав. И те ще бъдат прави. Что я, в принципе, рад сойти с ума ради Христа. И я се радвам да полудея заради Христос. Так и написано, будьте безумные Христа ради. И така пише, да бъдем луди за Христос. Знаете, почему так написано? И за что пише така? Потому что превосходящее разумение любовь Христова. И за что-то любовь на Христос превосхожда разума. Истины в Писании. И има истины в Писании. Ну, которые мы не мозгами, които не с мозъка си, ни сердцем вместить просто не можем. И со сердцето не можем да разберем. Они превосходящее разумение. Те превосхождат разума. Они разрывают наши сердца. Те разкъсват сердцето ни. Расширяют скрижали наших сердец. И расширяват скрижалите на сердцето ни. Так что мы могли вместить многих. И можем, да можем да поборем много. Тысячи, даже миллион людей. Хиляди хора. Вот Христос каким-то образом вместил в свое сердце миллиарды и даже триллионы людей. И по Христос и поместил миллиарды хора в сердцето си. За все вот эти тысячелетия. В течение на тези хилядолетия. Очень много людей уверовало. И много хора са повярвали. И записная книжка. И този бележник. Вы знаете, я за свои 30 лет веры. И след своите 30 години на вярата. В 91 году я уверовал. Повярвах през 1991 и година. И в 93 году я стал очень активным проповедником. И през 93 година станах активен проповедник. Я получал такие откровения. И получавах такива откровения. Которые мог проповедовать без остановки. Които можех да проповядвам безспирно. Примерно 4 часа. Някъде 4 часа. Можете себе представить, что вы вот пришли на служение? Можете ли себе представить, че дойдохте на служба? И кто-то говорит, говорит и говорит. И некой говори, говори, говори. Без остановки. Без спирания. Не заглядывая даже в конспект. Дори не глядя в свои записки. 3,5-4 часа без остановки. 3 часа и половина, 4 часа. И это не просто какая-то пустая болтовня. Това не е празно говорене. Люди, которые прослушали эту проповедь, хората, които са слушали тази проповедь, я сейчас не собой хвалюсь. Сега не се хваля със себе си. Просто сходила Божья слава. Просто идваше Божия слава. Сходила шехина. Шехина. Такой шалом сходил. Таков шалом. Люди выходили вот так цепочкой. И хората верижно така са излизали. И говорили, я прямо сейчас получил исцеление. И те казваха, только прямо что получих исцеление. Во время этого служения. По время на това служение. Прямо во время этого служения получил освобождение от чего-то. По время на това служение получих освобождение. Прямо сейчас получил большое благословение. Получил голямо благословение. Прямо сейчас получил ответ от Господа. Получих отговор от Господа. Дух Святой мне лично проговорил. Святия Дух лично мне проговорил. И люди выходили и выходили. И хората така са излизали. У нас излизали. Тогда церковь была примерно 200 человек. Имахме църква с 200 души. А потом другая очередь выстраивалась. И после имаше друга верига. После служения. След служения. Помолитесь за исцеление. Помолитесь за исцеление. Помолитесь за мое освобождение. Помолитесь за мое освобождение. Я еще не могу бросить курить. Не мога да спра. Я еще сквернословлю. Още ругая. Еще есть ложь в моих устах. Още понякога лужа. Помолитесь за меня, пожалуйста. Помолитесь за мен. И много людей уходило на сцену. Много хора са излизали на сцената. И мы с другими пастырями молились за них с возложением рук. И с другими пасторами молихме за тях. И для чего мне была нужна записная книжка? И за какво ми трябваше този бележник? Вдруг средь бела дня. Изведнъж. Или ночью. Или през нощта. Приходило или слово от Господа. Идваше слово на Господ. Получавах. И если я его не записал. И ако не съм го записвал. Не успел. Не успях. Поленился. Ночью встать. Морзел и не 4 утра. Ну, кому хочется. 4 сутринта. Утром я просыпался. И сутринта засыпуждах. И как будто у меня кто-то украл. И имах чувство, че някой откраднал нещо от мен. А так оно и есть. И така е било. Дьявол приходит, чтобы украсть. Дьявол идва за да. Убить и погубить. Да открадне, да. И он ненавидит. Но той ненавижда. Все то, что связано с небом. Всичко това, което свързано все с небесно, то, что связано с Богом. Всичко, което свързано все с Бога. То, что связано с откровением. Всичко, което свързано с откровением. Все то, что человек может получить от Господа. И всичко, което человек может да получи от Господа. Все то, что человека может спасти. Всичко, което может да спаси человек. Или освободить. Или да го освободи. Он дьявол ненавидит. Дьявол ненавидит това. И он старается это украсть. Той мразит това и се опитва да го открадне. И я получил такой опыт. Я имам такъв опыт.
Сегодня ночью я получил откровение. И днеска признал, что получил откровение. И я не поленился. И аз нямах мързел. Я встал и записал. Станов и го записах. И чуть позже это откровение прочитаю. И малко покосно, что прочитаю това откровение. Это настолько еле уловимо. И това едва доловимо. Что если ты не запишешь. Че ако не го запишешь. Дьявол украдет. Дьявол что го открадне. Ты просто забудешь. Просто что го забравишь. Потому что это вот в каком-то вот таком высоком тонком эфире. За что тут твое много тонко? Потому что есть третье небо, да, как написано. Что-то има третье небе, так пише. И есть поднебесье. Има поднебесата. Где обитают бесы. Где ты има бесове. И царь поднебесья, который есть дьявол. И тоже царь, который дьявол. И он там обитает. Той обитава там. Непрестанно. И той така безспирно. Ищет, написано. Търси. Кого бы погубить. Кого да погуби. И ворует у людей. И той открадва от хората. Хорошие откровения. Хубави откровения. И вкладывает. И той. Свои. Дава им свой откровение. Очень нехорошие дьявольские замыслы. Свои ложь дьявольские замыслы. Сквернословие. Псуване. Всякую ложь. Всякого лжа. Потому что он отец лжи. За что-то той баштата на лжата. Значит, что дьявол придумал ложь. Изобрел ее. И дьявол измыслил лжата. От него исходит всякая ложь. От него излиза всякаква ложь. Поэтому Бог, в свою лжа. Очередь, он ненавидит всякую ложь. И той мрази лжа. Потому что Бог знает, откуда ложь исходит. За что-то Бог знает, откуда излиза тази лжа. Поэтому в последней книге вы можете прочитать. Последняя книга можно прочитать. Учите лжецов. И исхода на лжците. В озере огненном. В езерото огненном. Почему так жестоко? За что толково жестоко? Потому что дьявол. За что-то дьявол. Есть отец лжи. То и баштата на лжата. Я хотел сегодня вообще-то начать с другого. Искал да започну с другу. Не получилось вывести на проектор. Я еще хотел еще один хороший пример подать. Искам да покажа още один хубав пример. Поэтому большая просьба, носите с собой записные книжки. И носите с собой си тетрадки, бережники. Вот у меня с собой такой карманная тефтер, записная да, книжка. Тефтери можно носить с собой си. Я заметил. Я забелязах, на одном служении че по времени одна служба, я говорил какое-то слово. Говорих некакое слово. Не обязательно я. Это может быть и Олег Григорьевич. Некую. Сегодня чуть позже Владимир будет проповедовать. Иногда Андрей Ли у нас проповедует. Андрей проповедует. Иногда пастор Андрей, да пастор Роман проповедует. Иногда пастор Роман проповедует. Есть у нас несколько проповедников. Иордан. Эдди Кириан проповедует. Болгарские проповедники. Болгарские проповедники. Я заметил, что в один момент Олег Григорьевич достал откуда-то из кармана записную книжку. Вот некогда извадил тефтера. И быстро там что-то записал и обратно ее спрятал. Записал там нечто, и я скрил новую. Очень хороший, добрый пример. Много хубав пример. Большая просьба. Потому что есть вещи, которые настолько для вас, для каждого из вас драгоценны, бесценны, что ни с какими земными сокровищами это сравнить просто невозможно. Ни с какими миллионами или миллиардами долларов. Это вот откровение, которое прямо сейчас сходит с небес. Твое откровение, кое-то идет от небесата. Еще один пример я хочу сегодня показать. Искренне покажу еще один пример. Писание, вот наш Господь говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. И в Писании то Господь казва, да, придобиваем и приятели с неправедным богатством. У нас с Наташей был джип. И со с Наталья имахме джип. Хороший джип, Сан-Йонг южнокорейский. Сан-Йонг, южнокорейская. Мы на нем исколесили, ну не знаю, очень много стран. Много путувах мы с тази кола по различным державе. И Турция, и вся Болгария. Турция, целая Болгария. И Сербия, и Хорватия. Сербия, Хорватия. И Черногория, и Косово. Косово. Не буду все перечислять. Черногора. И где-то мы проповедовали. Некогда проповедовали. Евангелизировали. Евангелизировах мы. Люди приходили ко Христу. Хората идваха при Христос. И сегодня у меня есть большое побуждение. И днесь вам такое побуждение. Вот, торжественно вручить вот эти ключи. Да вручу эти ключевые. От нашего благословенного джипа. От нашего благословенного кола. Пастору молодежного служения. На пастора на молодежное служение. Роману Плешу. На Роман Плешу. Давайте. И просто хочется приобрести Романа в качестве друга. Да, да,
обоймам, и сказать, вот этот подарок у нас первый в церкви. И да му кажа, че това е първият ни подарък в църквата. Наша церковь уже дарила минивен. Наша църква е подарявала минивен. Volkswagen Charan. Volkswagen Charan. В хорошем состоянии. В добро состояние. Мы подарили этот Charan в переводе с болгарского Charan, это карась. Машина карась такая. Большой карп. Мы подарили детскому дому. И подарили мы тази кола на детский дом. Пусть в нашей церкви это будет хорошая традиция. И нека в церкви не твоя. Вот так вот в простоте дарить друг другу джипы. Такая вот простота, да подарили Линкольны, кули, Бентли, БМВ. Бентли, БМВ. У нас в церкви очень много богатых людей. И в церкви не има богатые хора. В нашей церкви несколько миллионеров. Има несколько миллионеров. Действующих миллионеров, у которых в недвижимость, в бизнес вложены миллионы. Които в бизнеса имат милиони. И я хочу сказать, что это нормально, абсолютно искам нормально. Искам да кажа, че това е нормално. Я могу сказать, что для Бога это вообще, это даже не приобретение. За Бог това не е Это нам дано, чтобы приобретать друзей. Това е за, за да для Божьего царства. Приятели за Божието царство. Поэтому давайте мы так коротко благословим нашего Романа, пусть он ездит на этой машине, еще проповедует, благовествует, пусть эта машина послужит. Бог обещал, что обувь на наших ногах не будет снашиваться, а резина на наших машинах, она не будет стираться вообще. Вот, так, вот это есть такое обетование, да? И просто пусть она... Мы на этой машине вообще проблем не знали. Ни одного капитального ремонта. И тази кола не я ремонтирах, но не то вот... Каждый год сменяли жидкости и фильтр, и все. Само сменях мы фильтр и течности там. Так что будь благословен, Роман. Будь благословен. Пусть она тебе еще послужит. Нека тебя да тебе послужи. Во славу Божию. А? Да, придет время и... Вот мне джипы никто не дарил. Никто не мне подарил. А хотя мне так хотелось, конечно. Но блажение давать. Вы знаете, почему блажение давать, нежели брать? Что по блажену да даваме, да удаваме? Знаете, почему блажение давать, нежели брать? За что? Вот бы, по как по-человечески нелогично. Ну, как бы, я становлюсь богаче, когда я только беру, 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 беру. Нали ставаме по-богаче, когато взимаме. Но вы знаете, когда ты отдаешь... Когато отдаваешь... И чем больше ты отдаешь, и чем больше, еще больше отдаешь, что увеличивается? Какво се увеличава? Увеличивается твоя пропускная способность. И твоя пропускливость се увеличава. Вот через апостола Павла через проходили миллионы тех древних златых, золотых, драгоценностей, да. Скупоценности. Это был на самом деле на те времена очень богатый человек. И ну, в тези времена той был богат человек. Но он этим золотом не пользовался. Но той не использовал това злато. Они все уходили на нужды святых. Те са отивали на нужды на святые хора. Так написано. Сегодня моя проповедь. И днеска моята проповедь. А, кстати, Бог мне подарил другой джип. И Бог мне подари друг джип. Mitsubishi L200. Mitsubishi это L200. Моя мечта, на самом Твоя деле. Моята мечта. И я благодарю Бога за то, что я только об этом подумал. И я благодаря на Бог, че само помыслях за това. И Бог мне дал. И Бог мне даде. И мне приятнее, конечно, получать подарки непосредственно от Бога. И приятно да получаваме подарки не через людей. От Бога. Это не, намного не приятнее. Через хората. Когда ты видишь реальное чудо. Когда ты видишь реальное чудо. Тема моей проповеди сегодня. И днешната тема на проповедта ми. В чем сила, брат? Какой сила, брат? Откуда силу берешь? Откуда взимаешь сила? Знаете, я когда в 93-м начал проповедовать. Готово през 1993 година започнах да проповядвам. И Бог начал меня использовать. И Бог започна да ме използва. Я думаю, что как, может быть, непотребный сосуд. Может быть, как-то непотребен сосуд. Я только вышел из какой-то нехорошей зависимости. Едва излязох от лоша зависимость. И просто вот эта благодать проходила через и меня. И тази благодать именавала през мен. Я бесценно был рад и счастлив. И бескрайно бях счастлив. И мне даже не верилось, что это со мной происходит. И дури не вярвах, что това се случва с мен. Просто сходило помазание. Просто идваше помазание. А я все время про себя произносил. И вътре в себе си казвах. Господь, ну я же недостоин. Господи, аз не съм достоин. Я не могу здесь стоять на не этой сцене. Не могу да стоя тук на тази сцена. Это не для меня. Това не е за мен. Но просто Бог по милости своей. Бог по своята милост. Не потому, что я этого заслужил. Не за что-то азгу заслужавам. А потому, что такова его милость и благодать. Такова и неговата милость и благодать. Покрывает вообще. Която покрива. Всевозможное понимание. Всичко.
все равно благословлял. Сепак е благославил. Каждый раз откровение за откровением. Всеки път откровение след откровение. И когда я один раз проповедовал со сцены. И когато веднъж проповедвах на сцената. Кто-то закричал из зала. Някой започна да вика в залата. Потому что было сильное присутствие. Защото имаше силно присъствие. Кто-то из братьев. Някой от братя. Я даже помню кто. Дори помня кой. Латышев тогда закричал из зала. В чем сила, брат? В какой сила-то, брат? И вы знаете, это был такой интересный вопрос. Това беше интересен вопрос. Другое название сегодняшней проповеди. И другото название на днешната проповед. Немного об энергосбережении. Малко за енергоспестяване. Откуда мы берем силу, мы христиане? Какво ние христианите взимаме сила? Вообще это с книги Деяния началось. Това започна от книгата Деяния. Что Иисус Христос нам обещал? Какво Иисус Христос ни е обещал? Своим апостолам, своим ученикам. Своите апостоли, ученицы. Он сказал, будьте в Иерусалиме. Той казал, будете в Иерусалим. И ожидайте. И очаквайте. И придет время. И что дойде времето. И что на вас сойдет. И какво ще дойде. И на вас сойдет сила. Ще помните это место? Сила при вас. Сила. Ще получите сила. И вы примете силу. Ще примете тази сила. А для чего эта сила нужна? А за какво нужна тази сила? Вы знаете, вот мы нашими человеческими мозгами. С нашите мозъци. Мы иногда сразу по-человечески это вот как-то так иносказательно извращаем. По-човешки малко извратяваме това. Ну так, по-человечески, сила для чего нужна? Сила за какой нужна? Чтобы похвалиться своей силой. За да, да? Се похвалишься силой-то си. Чтобы что-то перевернуть. За да преобърнеш нещо. Апостолы пришли в какой-то город. Апостолите са дошли в някакъв град. И этот город не хотел принимать Христа. И този град не искал да приема Христос. Они подходят к Иисусу. Те идват при Иисус. Говорит, Иисус, давай мы этот город Иисус. Вообще... спалим. Некогда огонь на него не изведем. Некогда исправим уничтожим Бога всех. Град, да уничтожим всички. Что им сказал Иисус Христос? Какой им сказал Иисус Христос? Он сказал, вы не знаете, какого вы духа. Той каза, че вие не знаете, какъв дух имате. Сила нам дана не для разрушения. Сила имаме не за да разрушаваме. Она дана нам для созидания. Тя не дана за созидание. Но самое главное, для чего нам дана сила? Но най-важното, за какво имаме тази сила? Вы знаете, та же книга Деяния, вторая глава. Книга Деяния, вторая глава. Где апостол Петр первый раз проповедует. Где-то апостол Петр за первый раз проповедовал. Это обещание. За това обещание. Что Бог изольет Духа Своего. Че Бог ще излее Своя Святия Дух. На всякую плоть. На всякого плот. Скажи, на всякую на плоть. На всякого плот. На всех. На всички. Но все ли приняли Святого Но Духа? Но всички ли соприели Святия Дух? А силу приняли всего лишь собрание из 120 человек, которые находились в ожидании. Само хората 120 человека соприели. Которые этого сила, хотели. Които са очаквали, са искали това. Потом чуть позже еще 3000 человек. Малко по-късно още 3000 хора. На следующий день 5000 человек. Още 5000 хора на следващий день. И началось мощное пробуждение. Така е започнало мощное пробуждение. И там во второй книге Деяния. И во втората книга на Деяния. Написано. Е написано. Что сойдет Дух Святой. Че ще, Господь ще излее что свой святий сыны дух, и дочери ваши будут пророчествовать. Че ваши сынове и дочери ще пророкуват. Старцы, старцы будут вразумляемы в сновидениях. Старцы ще будут... старците ще сънуват сынища. И самым главным, в конце подводится такой итог. И в края има такъв извод. И всякий, призвавший имя Господне. И всеки, който призовава името на Господ, спасется. Ще се спаси. Для чего нужна сила? За какво е нужна силата? Силу нужна, чтобы спасать. И силата е нужна, за да спасяваме. Во-первых, самому спастись. Началото да спасиш себе си. Бог дает силу Святого Духа. И Бог дава силата на Святия чтобы Дух. Чтобы нам противостать дьяволу. За да се противопоставим самому на дьяволу. Дьяволу, представьте. Самия дьявол. Наша война не против крови и плоти. Наша война не срещу плоти и кров. Мы не призваны взять эту силу и пойти на войну, да? Не сме призваны да вземем тази сила и да отидем на война. А наша война против кого? Наша война е срещу кого? Против начальств. Срещу началства. Против мироправителей тьмы века сего. И правителите на тьмы века. Против духов злобы поднебесной. И срещу духовете на смиритесь поднебесната злоба. Под крепкую руку Божию. Смирите се под твърда ръка на Бог. Противостаньте дьяволу. Противоставете се на дьявола. И что дьявол? И какво ще направи он той? Убежит. Той ще избяга. Сам дьявол бежит от этой силы. Самия дьявол той бяга от тази сила. Бежит не от нас. Той бяга не от нас. И вот немножко об энергосбережении. И за спестяване.
Вы знаете, в какое время мы живем? Какое время живем? Ну вот сейчас нам внушают. Сега не внушават. Готовят нас. Подготовят ни. Зима будет очень тяжелая. Тази зима, что будет много тяжко. Такая идет массивная подготовка. И започва силно подготвены. Газ дорожает. А газта стала поскъпа. Ток уже подорожал. Тока вече стана поскъп. Топливо дорожает. Горивото също стало поскъпо. Дизель дорожает. Дизела също стало поскъп. Бензин дорожает. Бензин стало поскъп. Дрова дорожают. Дървища. Дървища също стало поскъпи. Въглища също стало поскъпи. Все дорожает. Всичко стало поскъпо. Все, что имеет отношение к энергии. Всичко, което има отношение к энергии земли. К энергии, то на земята. Я вот задумался. Я себе замислих. А не случайно ли это? Не ли случайно? Неспроста ли это? Не хочет ли нам Бог что-то через это сказать? Не иска ли Бог через това да ни каже нечто? И вы знаете, я думаю, что 100% хочет сказать. Я мисля, че той 100% иска да каже нечто. Вот как мы люди, как все человечество в целом. Как цялото човечество. Все это время относилось и относится еще к топливу. Цялото время се отнасяхме към горивото. Если брать на уровне всей планеты. Ако взимаме на нивото на цялата планета. То я могу смело сказать. Мога смело да кажа. Что человечество. Че човечеството. Оно просто очень небрежно. Много небрежно. Просто вот так распыляло вправо и влево. Топливо. Да, то я хабил на празднут. И все другие энергозапасы. И всички останали запасите. Настолько небрежно, что на сегодняшний день все эти ресурсы, они близки к истощению. И всички эти ресурсы сега са близки да свършат. Нефть уже неоткуда качать. Последние остались какие-то вот такие залежи. Вече няма. Вече свършва. По последним статистическим данным. Петров свършва. Петрол, нафта, да. Последние статистические данные говорят. И по последние статистические о том, что данные, количество людей на Земле. Количеството хора на земята. Перевалило 8 миллиардов человек. Вече стана повече от 8 миллиарда хора. Еще недавно. Още преди было малко. 7. Имаше 7. Все развивается геометрической прогрессией. И всичко се развива с геометрична прогресия. И это независимо прогрессия. От того, что идет пандемия. И това независимо, че има пандемия. И много народу погибло. И много хора са умерло. Починали. И это независимо от того, что повсеместно идут какие-то катаклизмы, и наводнения, цунами. На всякогда има катаклизми, цунами. Независимо от того, что войны начались. Независимо от того, че и войните започнаха. И опять же много народу погибает. И много хора загиват. Количество людей на Земле растет. Все по количеству на хората на земята нараства. Ну, вы знаете, я сегодня это хотел привести всего лишь как прообраз. И искам това да го спомена само като прообраз. Я хотел вас подвести к тому. Искам да би подвода към това. Как мы поступаем с самой главной энергией? Как поступаме с най-важната енергия? Вы знаете, раньше в нашей церкви это слово «энергия». И преди в нашата църква тази дума енергия. В Пятидесятской церкви в Казахстане. В Пятидесятной церкви в Казахстане. Слово энергия было запрещено произносить. Думата енергия беше забранено да произносим. Что касается Святого Духа. Каквото се отнася за Святия Дух. Никто не мог сказать, что на Святой Дух, что это энергия. Никой не можеше да каже на Святия Дух, че или това енергия. Или что по человеческому телу двигается какая-то энергия. Или че в человеческом теле се движи някаква енергия. И это правильно. И това е правилно. Энергию можно в большей степени отнести к какому-то неодушевленному предмету. И энергия может да отнесем к нечто невоодушевленному. Ну, например, ток – это энергия, да? Ток – също энергия. Или уголь – это энергия. Выглища – са энергия. Ну вот, что касается пищи. Ну, какво се отнася до храната? Пища – это тоже энергия. Храната – също энергия. Энергия для человека. Энергия за человека. Но почему про Святой Дух нельзя сказать, что это энергия? Но за что не можем докажем, че Святия Дух – энергия? Почему? За что? Потому что Дух Святой – это личность. За что это Святий Дух – твоя личность? Библия называет сила. Библия это казывает, че сила. Про сильного человека можно сказать, что у него сила есть. За сильный человек можем докажем, что има сила. У Самсона была сила, да? Самсон имел сила. У Бога тоже есть сила. Бог също има сила. И Бог эту силу дал нам, людям. И Бог тази сила е дал на нас хората. Ну, я хочу задать сегодня некоторые вопросы. Ну, искам да задам някои вопросы. Как мы поступаем с этой силой? Как поступваме с тази сила? Которая дана нам. Която ни е дана.
Что мы делаем с этой силой? Как мы правим с этой силой? Вот Писание говорит. Писание указывает. Давайте мы откроем вот это место. Нека да утворим това място. Послание к Ефесянам, 5 глава. Послание к Ефесяне, 5 глава. 17 стиха. От 17 стих. Одна минутка. Вам интересно про это слышать? Интересно ли вы это чуете за това? Послание к Ефесянам, 5 глава. Послание к Ефесяне, 5 глава. 17 стиха. 17 стих. Апостол Павел пишет. И апостол Павел пишет. На проекторе вы можете прочитать на болгарском языке. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Господнем. И написано, не упивайтесь вином. Пиши, не все упивайтесь вином. Хотя я могу так сказать, как медик, как врач, я могу сказать, что... Като лекар мога да кажа. Вот в притчах очень хорошо написано. Притча много добре е описано. Вино какое оно? Вино оно глумливо. То е глумливо. А секира? А секира она буйна. Тя е буйна. Знаете, когда человек выпит немножко вина... Като человек испие малко вино. Я говорю сейчас про неверующего человека. Говоря за неверующий человек. Очень часто такой человек начинает глумиться. И много часто таков человек започва да се глуми. То есть ему море по колено. А морето ему по коляну. И он начинает над всеми как-то издеваться, унижать. То започва да дразни хората, да ги унижава, да се подиграва на тях. Когда человек выпьет секиры. Ну, когда человек испьет секира. Секира это крепкий спиртной напиток. Твой силен. Вот, например, алкоголен... водка, его можно смело назвать энергетическим напитком. И водка можно наречем энергийным питье. Но эта энергия, это сила. Энергия, сила, она необузданная. Тя не может быть контролирована. Она ведет к тому, что человек теряет контроль. И человек губит контроль. Вот у нас в Казахстане раньше говорили так. В Казахстане такая казваха. Ни одна свадьба в Казахстане. Ни ту одна свадьба в Казахстане. Не обходится без раки. Тя не может быть без. Обязательно ракия. Люди напьются. Служительно хората, что се напият. И начнут бить друг друга. И что започнут добьет един друг. Очень много силы, да? За что-то имат много силы. Энергии много появилось. Имат много энергии. Но контролировать люди в таком состоянии ее не могут. Те не могут контролировать тази энергия в такого состояния. И обратная сторона написана. И вот другая сторона пишет. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Не се упивайтесь вином, от которого има... Но исполняйтесь духом. Но се исполняйтесь дух. Вы знаете, если написано, что исполняйтесь духом, ако пише, да се исполняваме с духом, это всего лишь говорит о том, това говори за това, что это возможно. Че е възможно. Можно исполняться духом бесконечно. Можем да се изпълваме с духа. И нужно и важно это делать. И е важно да го правим. А если я этого не делаю, ако не го правя, то я становлюсь очень слабым. Тогава ставам много слаб. И таким номинальным христианином. И ставам номинален христианин. Который имеет только вид благочестия, Който написано. Саму на вид благочестия. Но от чего он отрекся? Но от какого се отрекал? Силы же, отрекшись. Но той се отрекал от силата. Силы благовестия, благовествования Христова. Силата на благовестие. То есть я просто так периодически хожу в церковь. Просто понякога ходя на церковь. Иногда читаю Библию. Понякога читаю Библию. Иногда я выучил одну молитву и читаю ее. И научих одна молитва, я читаю. А где сила, брат? Где сила-то, брат? Где сила, сестра? Где сила-то, сестра? Получаешь ли ты силу? Получаешь ли от силу? Этого? Применяешь ли ты эту силу? Используешь ли тази силу? Используешь ли эту силу? И самая главная мысль я хочу сегодня провести. И наиважная мысль, которую искам да кажа. Как научиться накапливать эту силу? Как да... А мы призваны ее накапливать. Натрупываем тази силу. Мы призваны постоянно Если ходить в исполнении. Да и в преисполнении. Да се изпълваме с тази сила, да я имаме в изобилие. Можешь сказать на это аминь?
Я не буду приводить, поднимать все места из Писания, потому что их очень много. Места от Библии, это за что-то те са много. Ну, кто читает Библию, тот их узнает. Но то, за кого-то читает Библию, что ты ги чуи, что ги познаешь. Писание нас, Новый Завет призывает нас постоянно пребывать в Духе. Новый Завет не призывал постоянно, да пребывала мы в Духе. Непрестанно молиться. Непрестанно да се молим. Всегда радоваться. Винаги да се радваме. За все. За всичко. Скажи, за все. За всичко. За все благодарить. За всичко да благодарим. И за плохое, и за хорошее. И за лошо, и за хубаво. Очень важно быть благодарным. Много важно да сме благодарни. Молиться Духом. Да се молим с Духом. Вот апостол Павел пишет так, я более всех апостол вас молюсь Павел, на языках. А с повече от всичко се моля на языце. Для чего апостол Духом? Павел это делает? За что апостол Павел так прави? Чтобы исполняться Духом Святым. За да се исполва с Духом. Знаете, я несколько раз говорил, пока я еду в Бургас. Докато путувам в Бургас. А до Бургаса примерно 3 часа езды. Некогда 3 часа. И бывает так, что 3 часа без остановки я просто молюсь. Понякога 3 часа без спирну се моля. Молюсь Духом. И се моля с Духом. И приезжаю в Бургас, и я вот таким и наполненным. И когда в Бургас, вече съм исполнен. И вы знаете, интересно, очень часто происходят чудеса. И много часто се случват чудеса. Вот кто-то может сказать, в последние времена что-то чудеса не происходит. Някой может да кажет, что в последнее время няма никакви чудеса. Что-то как-то Бог не исцеляет. Бог не исцелява. Что-то как-то Бог перестал освобождать. Бог той спря... И так далее, спря, и тому подобное. Да освобождава, и така нататък. Ну, знаете, это неправда. Но това е лъжа. Просто кто-то перестал накапливать просто Святого Духа. Просто някой спрял да натрупва. И ходить в полноте. Тази энергия и да входи в полноту и исполнение. В силе Святого Духа. В силата на Святия Дух. Вы знаете, апостол Павел делал очень просто. Апостол Павел правил много просто. Он просто исполнялся Духом Святым. Той просто се исполнявал Святия Дух. И просто ходил и благовествовал. И просто той ходил и благовествовал. А чудеса и знамения? А тези чудеса и знамения? Они просто его сопровождали. Не просто били с него. Они просто случались. Ты просто се случвали. Потому что на нем была сила. За что тут то и имел сила? И помазание. И помазание. Вот приходит Иисус Христос. Идва Иисус Христос. Проводит служение. Той провежда служение. Возвращается обратно к себе в Назарет. Прибирайся в Назарет. А давайте мы это прочитаем, потому что это очень важно. И некогда прочитаем, за что тут твое много важно. Евангелие от Луки, 4 глава. Евангелие от Лука, 4 глава. И смотрите, с 16 стиха как написано. Вот 16 стих така пише. И пришел, ну кто пришел? Иисус в Назарет, где был воспитан, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Вот Писание говорит и Писание учит нас. Писание указывает, не учит. Что было для Христа обыкновенным. Как во со Христос и было обыкновенно. С малого, с детского возраста. Вот что вот, когато и бил дете. Для него было обыкновенно. Обыкновенно беше за него. Каждую субботу. Всяка суббота. Он делал это до 30 лет. То и твое го правило до 30 лет. Пока не вошел в полное служение. Докато не започнал. Потому что полното си служение. По Моисееву закону. За что-то по Моисеев закон. Моисей имел, Иисус Христос имел право выйти на служение. Иисус Христос имел право да служи. Ровно в 30 лет. Като стане на 30 години. Раньше было нельзя. Порано не по закону. Не, е било забранено. А до 30 лет Иисус Христос. И до 30 години Иисус Христос. Каждую субботу. Всяка суббота. Каждую субботу. Всяка суббота. Он ходил в синагогу. Той и утивал в синагогата. И слушал, что раввины говорят. И то я слушал, как во говорят. Я думаю, раввины. Что это очень хороший пример для нас христиан. Мисля, что да? Твоя хубав пример за нас христиане. Чтобы мы не стали, как написано, что есть некоторые, которые по обыкновению своему не посещают собрание, и оставили да собрание. И да изуставили собрание то. И поэтому и конец их написано и там. Можете дальше прочитать. Имат не очень хороший. Край, лож. И что дальше написано? И какой пищи? Ему подали книгу пророка Исаия, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня». Вот помазал – это значит, Бог дал ему силу, помазал, Бог дал ему власть, Бог дал ему помазание. Бог дал силу и власть. Для чего дал силу? За какого мой дал силу? Благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельства ему это, и дивили словам благодати, исходившим из уст его, говорили: «А не Иосифов ли это сын?»
Смотрите, Иисус Христос здесь говорит, для чего нужна сила. Иисус Христос тут указывает, за какой нужна сила. Как Он использовал эту силу? Как Той использовал тази сила? С помощью этой силы Он исцелял. На тази сила Той исцелявал. Спасал. Той спасявал. Освобождал. Освобождавал. Давал слепым зрение. Давал зрение на давал слепите. Давал глухим слух. Давал на глухих слух. Парализованные вставали. Какие-то собили обездвижение. Мертвые. Вставали. Опять вставали из своих могил. Ново составали. Вот для чего нужна сила. Свой ты, вот гробишь ты. И для Иисуса Христа это было что-то естественное. И за Иисуса Христа твое было нечто обыкновенное. Сила была на нем. То и имел силу. Он просто шел и проповедовал. Просто то и вырвял и проповедовал. А чудеса и знамения, они происходили. А чудеса и знамения просто сослучивали. Бог сопровождал шествие Иисуса Христа всякими чудесами и знамениями. И Бог давал эти чудеса и знамения. Я думаю, что очень важный момент о том, что Иисус Христос дал нам и нам эту власть, чтобы нам открыть глаза слепым. И в первую очередь... Совсем много важно, что Бог не дал тази власть, да не все, что да утворим учите на слепите. В первую очередь имеется в виду дать людям духовное зрение. И перво да дадем духовное зрение на хората. Чтобы видеть духовные вещи. Да виждат духовные нечто. Дать глухим слух. Да дадем на глухите слух. И в первую очередь для того, чтобы люди и мы сами... научились и слышать хората, голос Святого Духа. И не сами да започнем да чувам голоса на Святия Духа. Это намного важнее, правда? Твое много поважно. Быть водимым Святым Духом. Да будем водимы со Святия Дух. Потому что написано так. За что это пишет така? Да и все водимы Духом Святым. Всички които са водими со Святия Дух. Суть Сыны Божии. Те са синовете на Бог. Дети Бога. Децата на Бога. Они водятся Святым Духом. Те се водят со Святым Духом. Они призваны быть исполнены Святым Духом. Те са призваны да будут исполнены. Они призваны принять силу. Те са призваны да принимать силу. И быть носителями этой силы. И да будут носителями на тази сила. И просто приносить эту силу там, где в ней есть нужда. И просто да использовать тази сила, когда ты има нужда от нее. Есть обратная сторона. Има другая сторона. С другой стороны написано: не угашайте Святого Духа. От другой стороны пишет, да не угасяваме Святия Дух. Это написано в первом послании Фессалоникийцам 5:19. Это пишет первое послание к Солунце, 5 глава. Написано: не оскорбляйте Святого Духа. Да не оскорбяваме Святия Дух. Это написано Ефесянам 4:29. Это пишет к Ефесяне, 4 глава. Пророчество не уничижайте. Не намалявайте значение на пророчествата. 1 Фессалоникийцам 5:20. Первое послание к Солунце, 5 глава, 20 стих. И вот интересное место, я его периодически привожу. Пророк Исаия, 6 глава. Пророк Исаия, 6 глава. С 1 по 7 стих. От 1 до 6 стих. И мы там что читаем? Как почитаем там? В дни смерти царя Озии, да? Исаия увидел открытые небеса. Исаия помните это место? Небеса-то. И он видит, что там на небесах. Какое видишь ты там? Давайте мы эту мысль запомним. Я уже иду к концу. Некогда запомним тази мысль. Там шестикрылые серафимы. Там има серафимите, които имат по шесть крыла. Двумя крылами они закрывают свои глаза. С двете покривают лицето си. Потому что они не могут смотреть на эту славу. Защото не могут да гледат тази слава. Двумя крылами они закрывают свои ноги. С двете покривают нозете си. И двумя крылами летают. И с двете крыла те летят. И непрестанно они славят там Бога. И там постоянно славят Бог. И восклицают. И те казват. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Те казват свят, свят, свят Господь Василий. Самое главное качество и природа самого Бога. Он святой Бог. Отделенный от греха. На Бог, что и свят. Грех для него абсолютно чуждое понятие. Что-то чужое и народное. И греха за него нечто чуждо. И вся земля полна славы его. И слава тому полни целая эта земля. И потом что говорит Исаия? И после какого казва Исаия? Горе мне. Горку ми. Ибо я человек. За что ты сам человек? С грязными устами. С нечисти устни. И живу среди народа. И живея между людей. Тоже с грязными устами. С нечисти устни. Погиб я, ибо я видел Господа. Загинах, понеже очите ми и тут один царя. Серафим подлетает к нему, берет уголь со жертвенника, прикасается, очищает его. И с распален выглен го
Докосва. Вы знаете, откровение. И ему откровение. Я не думаю, что у Исаия был единственный грех. Не мисля, что Исаия имел самый один грех. Что были только нечистые уста. Что имел самый нечистый. И я не думаю, конечно. И не мисля такая. Что Исаия жил среди народа. Че Исаия живял среди хора. Которые имели только тоже только один грех. Сред народа, кой-то имел самый один грех. Тоже были какие-то у них нечистые слова допускали, да? Я думаю, что грехов и в те времена было много. Мисля, че и в эти времена имало много грехов. Но вот эти грехи, я их называю речевые грехи. Вот эти речевые грехи, греховые. Это как бы основа, это очень важно. Твоя основа-то. Почему это так важно? За что твоя много важно? Вы знаете, вот есть один грех, который Бог не прощает. И има один грех, кой-то Бог не прощает. Вот апостол Павел пишет, вот есть грехи, которые простятся человеком. Има грехове, кое-то... И пусть они молятся. Но есть, прости, есть грехи, которые не прощаются. Има тези, кое-то няма да бъдат... И я не говорю этим людям, чтобы они молились. Бесполезно. И знаете, я хочу сегодня рассказать один такой случай в своей искам, жизни. Да, ви расскажи один случай. Рассказать о том, что Духа Святого можно оскорбить. Да расскажи, че Святой Дух может... Можно что-то сказать на Святого Духа, да оскорбен, и он уйдет из своей жизни навсегда. Нечто да ему кажем, и то завинаги... Представляете, насколько это может быть страшно? Сколько может быть что страшно? Что это за грех това? Такой? Какъв е този грех? Это грех хулы на Святого Духа. Това е греха на хулата на Святой Дух. Иисус Христос говорит по этому поводу так. Святой Дух... Иисус Христос говорит за това по такъв начин. Вы можете сказать хулу на Сына Человеческого. Може да кажете хула на... И это простится вам. ...на человеческий Син. И что вот это простение. Но если вы скажете хулу... Но ако кажете хула... ...на Святого Духа... ...на Святой Дух... ...то не простится вам ни веки сём, ни веки будущем. Няма да будете простение в този век и следующий век. Вот такой страшный грех. И толкова е страшен този грех. В нашей с Наташей жизни был один человек. И в живота на... Наше живот Наталья имаш един човек. Это был ветеран афганской войны. Това беше ветеран на афганска война. Который пришел в церковь. Който е дошъл на църква. И у него была какая-то обида на Бога. И той беше обиден на Бог за нещо. И он не мог Бога простить. И той не можеше да прости Бог. Вы знаете, есть люди, которые не могут простить Бога. Има хора, които не могат да простят Бог. И он похулил Святого Духа. И той каза хула на Святия Дух. То есть в определенный момент он начал кричать в небо. В определенный момент той започна да вика в небето. Оскорбительные слова. Оскорбителни думи. Ругать и поносить Святой Дух. Да го ругае. Обзывать его бесовским духом. Той започва да го нарича като и так далее и тому подобное. Дух, то есть он был в состоянии исступления. Вы знаете, у пророка, да, можно его назвать, конечно, пророком, в книге Иова. Книгата на Йов. Жена Йова один раз как сказала? Жена тому как и казала? Похули Бога и умри. Просто кажи хула на Бог и можешь да починиш. Хула на Святого Духа, да она умреш. Напрямую связана с духовной смертью. И хулата на Святый Дух и связана с духовной смертью. Похули смерть. Святого Духа, и ты будешь навсегда мертв для Бога. Кажи хула на Святый Дух, и это, реч... и это именно речевой грех. И твое... Словесный грех. Почему речевые грехи такие страшные? За что словесные грехи са страшные? Почему Бог так внимательно на это смотрит? За что Бог толкова внимательно гледа към това? Потому что в книге Притч написано. За что-то в книгата на Притче пише. 18 глава 22 стих. 18 глава 22 стих. Что там написано? Как вы пишете? Смерть и жизнь во власти языка. Что ты произносишь? Иисус предупреждает, за каждое праздное слово дадите ответ в судный день. За всякое праздное дума, что отговаряете. Еще Писание говорит, что вначале было Слово. И Писание указывает, что вначале-то и было Слово. Мы, во-первых, созданы по образу и подобию Божьему. И мы созданы по образу и подобию на Бога. А во Христе Иисусе мы вообще становимся Его образом и Его подобием. И в Иисус Христос ставаме Неговия образ и подобие. Мы приобретаем природу Бога. Придобиваме природата на Бог. И драгоценная кровь Иисуса Христа начинает очищать нас. И скъпоценната кръв на Иисус Христос започва да ни пречиства от всякого греха. Апостол Павел в одном послании пишет, что вы не можете одними устами и апостол Павел благословлять пишет, Бога. Не можешь с одни и сущие устни да
благославяте Бог и тут же проклинать Его творение. И в същия момент да проклинате творение тому. Не должно быть так, братья мои, говорит апостол Павел. Это несовместимые вещи. Ты как не можно... Да сочетает эти вещи. Но Бог так не делает. Бог не правит така. И поэтому написано так. Но если говорите слова... А указывайте думи. Говорите, как слова Божьи. Указывайте, как ту Божью думи. Мы верующие, потому говорим. Не сме вярващи, затова говорим. Вы знаете, я, конечно, тоже могу покаяться в том, что иногда у меня вылетают какие-то такие словечки. Мога да кажа, че и при мен има некакви думи, които излизат нехубави. Вчера Наталья Шенюк хорошо мне подала такой пример. И Наталья Шенюк вчера ми даде хубав пример. Она как контролер такой в своей семье. Тя е контролер в семейство. И там Даник что-то там скажет. Сыны нечто каже. Говорит, это нету такого в литературном языке, нет такого слова. Тя перестань кажа, это говорить. Няма такого дума. Он что-то Володя там что-то там скажет. В литературном языке. А, ну, нет такого в литературном языке. Ну, няма такого дума в литературном языке. Тарас Шевченко так не писал. Да? Тарас Шевченко не писал така. Лев Толстой так не выражался. Лев Толстой не писал. Ну, не вот, писал ну нет така. Такого выражения. Няма перестань такого это говорить. Спри да говоришь така. Это абсолютно правильно. Това е абсолютно правильно. Нам как церкви очень важно очистить свой язык в первую очередь. Ние като църква много важно да очистим, да причистим языка си като... Поэтому... Простите меня в первую очередь, что я один раз во время проповеди там немножко так выразился, там, рассказывал о своей армейской жизни, казах некого дума, и там что-то там про, про дивизию сказал. Казах за дивизия, ну да, пусть Бог меня очистит, и нека просто Бог я принимаю решение я всегда говорить слова, винаги доказываем думи, как слова Божьи, като Божьи думи, чтобы они исходили от Святого Духа. Излизат от Святия Дух. Написано, когда повлекут вас на суды. Когато отидете на судовете. Даже не думайте, о чем вам говорить. Дори не мислете, как потому да что говорите. Сам Дух Святой будет защото влагать свои слова. Святий Дух ще говори. А вы знаете, а с другой стороны, вас. Язык, он от чего-то всегда зажигается. Но от одной стороны, языка винаги се запалва да? в нечто. Апостол об этом пишет так, о том, что вот большой корабль, он малым... рулем управляется. То есть управлява от малку курил. Так и наш язык. И такая наш язык. И в чем нам надо бодрствовать? Как вот треба да сме будни. Вот в этом послании написано, что язык он воспаляем от гиены огненной. И пишет, что язык и воспоминява от поэтому и апостол Павел призывает, огненна. Чтобы ваше, чтобы из ваших уст и ви призываем, че от перестало исходить злоба, усни, крик, раздражение. Да спреда излиза раздражение, злоречие. Злоба. Злоречие, пустословие, празднословие. Празднословие. Аминь. Вы знаете, эта тема, она очень глубокая, и эта я тема и много глубокая. Уже буду идти к концу, потому что у нас есть время, еще у нас есть один спикер. Я хочу сегодня закончить, что все-таки прочитайте свои записной книжки, что я сегодня ночью записал. Искам да ви прочитал от своя тефтарь, как во записах днеска през нощта. И я считаю, что это очень важно. И мисля, че това е много важно. Ну, по крайней мере, для меня я это пережил как что-то такое. Аз преживях това. Я бы хотел сегодня просто поделиться своим опытом. Искам да споделя с вас свой опыт. Своей опытностью. Своя опытность. Что я в жизни своей христианской. Че в свой христианский живот. Всеми своими фибрами души. Со своей ты фибри на душата. Был период, когда я старался жить абсолютно святой жизнью. Имах период, в който се опитвах да живея абсолютно свят живот. Я старался это делать. Опитвах се да го правя. Своими человеческими усилиями. Со свои человеческие усилия. И это была моя религиозная фарисейская святость, праведность. И това беше моята религиозная фарисейская святость. Которая Богу ничего не дает абсолютно. Която не дава ничто на Бог. Ну вот сегодня я получил такое интересное слово. И днеска получих такого интересного слова. Что просто пришла ясность. И просто дойде яснота. Чего Бог вообще от нас ожидает. Какво Бог очаква от нас. И я встал и записал. Станах и записах. Я читаю. Читам. Религиозная святость. Религиозната святость. Это всего лишь свод законов. Твоя са просто закони. Запретов. Забрани. Или разрешений. Или разрешения. Которые мы стараемся исполнять в своей жизни. Които се опитваме да изпълняваме в своя живот. Это наш морально-нравственный кодекс. Това е нашия морално-нравственият кодекс. Который, как мы думаем, вполне соответствует священному писанию. Който, както мислим, съответства на священното писание. И мы гордимся, когда у нас получается хоть немного ему соответствовать. И ние се гордеем, когато поне малко ни се получава да съответстваме на него.
И чем больше мы прилагаем своих собственных человеческих усилий, сколько-то повече прилагаем свои человеческие усилия для соответствия этому кодексу, за да соответствуем на този кодекс, тем более гордыми и надменными фарисеями мы становимся. Толкова повече горди и надменни фарисеи ставаме. А что такое Божья святость? А какво е Божията святост? Или святость, которую мы приобрели во Христе Иисусе? Или святост, която сме придобили в Иисус Христос? Эта святость дает нам на самом деле совершенно другую природу. Тази святост ни дава совсем друга природа. Природу и характер Бога. Природа и характера на Бог. Божьей природе чуждо само понятие греха. Божья природа отсутствует самото понятие грех. Ведь написано у Якова. За что-то в Яков пише. 1:13-15. Первая глава от 13 до 15 стих. О том, что Бог и сам не искушается злом. За то, что Бог не се искушава со злото и сам. И сам не искушает никого. И той не искушава другите хора. И в первом послании Тимофея 6:16. И первое послание к Тимотею 6 глава 16. Написано, пише, что Бог непрестанно пребывает в неприступном свете. Че Бог непрестанно пребывала в светлината. И послушайте внимательно. Религиозный человек акцент ставит на том, чтобы не грешить. Религиозный человек слага акцент да не греши. Святой во Христе Иисусе. А свят человек в Иисус Христос. Акцент ставит на том, чтобы пребывать в неприступном свете Отца. Той слага акцента да пребывала в неприступната светлината на Отец. Во святая святых Бога. Во святая святых. Чтобы быть ему отделенным для Бога. За да бъде отделен за Бога. Именно по этой причине. И по тази причина. Есть отличие. Има разлика. Старый Завет ставит акцент свой на частицы «не». Старый Завет има акцент на частицата «не». Не убий, не прелюбодействуй. Не убивай, не прелюбодействуй. Новый Завет. И в Новый Завет ставит свой акцент има на акцент частица «да». На частицата «да». И это возлюби Бога. Да возлюбишь Бог. И возлюби своего ближнего. И своего ближнего. Очень важно не отвлекаться. И много важно, да не се рассеиваме. Я прочту сегодня последнее место, которое хочу прочесть. Что последнее место? И это написано послание к евреям. То пиши в послании только в знаменитой 11 главе. 11 глава. И на следующем служении мы продолжим эту тему, потому что она очень обширная. Следующий путь, что продолжим тази тему. И смотрите, как пишет апостол Павел. Послание к евреям в 11 главе с 32 стиха. Евреи 11 глава, 32 стих. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и о Фае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли целые полки, прогоняли полки чужих. И кого повече да кажа, за что-то не ми стига не нужно повторять. Просто вот эта мысль о том, что нам дана даже власть прогонять полки чужих. И имаме власть да прогонваме. Да прогонваме и чужди войски. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями перепиливыми, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелочах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Какого совершенства? Какого совершенства? И следующая глава, 12, начинается так. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех. Вы знаете, я заметил, что когда человек, раньше в моей жизни было такое,
что где-то пропустил, согрешил. И лично в моей речи начиналось какое-то такое запинание. И я не мог говорить ровным языком. Тогава не можех да говоря. Я понимал, что я во грехе нахожусь. Тогава разбирах, че с намерем в грехам. И мне нужно покаяться. И че трябва да се покая. Взирая на начальника и совершителя веры, вот к какому совершенству апостол Павел нас приводит. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое на собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Аминь. Вы знаете, я к чему хотел вас сегодня подвести. Я верю в то, что Дух Святой нас к чему-то хочет подвести. Оксана? Кому какво искам да ви подведу? Да ви подведу и кому какво иска Святый Дух да ви подведе днес? В своей жизни христианской я открыл. В свой христианский живот. Что периодически Бог меня так сильно наполнял. Че периодично Бог толкова силно ме изпълва. И меня просто распирало от вот этой силы. И просто имах толкова голяма сила. Но в последующем. Но после. Я мог угасить Святого Духа. Можех да угася Святого. Я говорю сегодня честно. И казвам честно днес. Я распоряжался этой силой не по назначению. Използвах тази сила не по назначению. Вот я не закончил про того афганца. Ветерана афганской войны. За този ветеран. Он периодически приходил в церковь. Той периодично идвал на церковь. И задавал мне только один вопрос. А простит ли меня Бог вообще? За то, что я похулил Святого Духа. Его как-то мучила совесть. И потом он опять уходил и пропадал. Исчезвал. Еще он покаялся в том, что он был оборотнем. Той се покаяет, что и бил воркулак. Стал оборотнем. Той станал воркулак. По ночам он преображался, это не сказка. И праздну, что той се преобразявал, това не е приказка. И превращался в какое-то четвероногое животное. И той се ставал като животным. Превращался в хищника. В хищника. Ну, по крайней мере, он так себя ощущал. Той така. Он вставал на четыре конечности. То есть вставал на четыре крака. И это было в полнолуние. И на четырех конечностях бежал куда-то в лес. И такая на четыре крака и сбивал свои кулаки в кровь. И ладони. Юмруцты ему собили в кровь святого. Залезал на какую-то горку. На никакого планина. И был там на луну. И там като вълк е вил на луната. Да. И потом он где-то раз несколько месяцев возвращался в церковь. И веднъж на няколко месяца се връщал. Чтобы церковь, опять задать этот вопрос. Пак да попита това. Простит ли меня Бог за хулу на Святого Духа? Ще ме прости ли Бог за хулата на Святия Дух? И вы знаете, через какое-то время он просто исчез. И след време той просто исчезнул. Я не знаю, куда, ну, куда-то он, возможно, переехал. Может быть, някъде се изместил. Но я не увидел, что в его жизни произошла какая-то перемена. Но аз не видях, че в неговия живот се случила някаква промяна. То есть этот человек как был озлобленным. Той колкото и, както и бил озлобен. Так он и остался озлобленным. И така и останал. И сегодня я хотел вот закончить все-таки на хорошем. И искам да заверша на хубавия момент. Откуда сила, брат, да? Откъде е силата? Мы узнали сегодня, что сила, она от Бога. Научихме, че силата е от Бог. Ну вот только для чего? Но за какво? Для чего эта сила нам дана за и дается? Имаме тази сила? Я верю в то, что эта сила нам неспроста дана. И вярвам, че тази сила имаме не случайно. И мы призваны не только исполняться этой силой. И сме призвани не само да се исполняваме. Но просто ее каким-то образом научиться аккумулировать. Но по някакъв начин да можем да я контролируем, да я. Периодически у меня получается это. Понякога ми се получава това. И тогда вокруг меня начинают происходить настоящие чудеса. И тогава около мен започва да се случват различни чудеса. Люди сегодня получают исцеление. Хората и сега получават исцеление. И сегодня получают освобождение. Получават освобождение. И сегодня я не хотел бы зацикливаться на том, чтобы не грешить. И днеска не бих искал да. Я хотел бы весь акцент своей жизни само да не грешим, поставить на том, искам целия акцент на чтобы смотреть си, мне только на Иисуса Христа. Да, сложа, да, се акцентирам върху това, и само просто да не отвлекаться. Иисус, без да се разсеивам.
Вот в нем нет недостатка. И в него няма никакви недостатки. Если вам кто-то предъявит и так скажет. Ако някой ви каже. А я увижу, в тебе есть недостатки, брат. Аз виждам, че ти имаш недостатки. А, сестра, я увидел, что ты недавно вот такое совершила. О, сестра, аз видях, че ти нещо е направила наскоро. Мы, люди, иногда спотыкаемся. Ние, хората, понякога се спъваме. Но наше оправдание только во Христе Иисусе. Нашето оправдание само. Я сегодня говорю так, отвечаю. Вы можете увидеть во мне недостатки. Вы можете видеть в мене недостатки. Но попробуйте найти эти недостатки. Но соопитайте да намерите тези недостатки. У Господина моей жизни. На Господин на мой живот. Попробуйте найти их у Иисуса Христа. Опитайте си да ги намерите при Иисус. Многие люди искали. И много хора са хотели найти. Да намерят тези недостатки. Те и какой конец? Да намерят. И стали христианами. И те станали христиане. И понимали, что у этого человека с большой буквы. И те разбирали, че този човек с голяма. Недостатков просто нет. Няма недостатъци. Потому что это сам Бог, который пришел во плоти. Самия Бог, който дошел при нас в плота. И он абсолютно все может. И той може абсолютно всичко. И сегодня я хочу вам представить одно чудо. И днеска искам да ви представя едно чудо. Я когда познакомился с Владимиром. Когато се познах с Владимир. Шенюк. Шенюк. Ну, он рассказал свою историю, что он из криминального мира. Той ми разказа своята история, че той от криминален свят. И мне как-то вот, ну вот он говорит. Той говори. И мне все казалось, что вот он сейчас заговорит на жаргоне. И я сам мог чувствовать, что той ще започне да говори вот с жаргон. Вот как-то у него тело вот так двигается. Така тялото му се движеше. Ну вот он подойдет вот так, и как-то мне вот так немножко все сжимается внутри. Като идва при мен, нечто в мен. Это, наверное, какая-то еще, так, все равно еще там. Ветхий образ жизни, прежний образ жизни ветхого человека, там что-то еще где-то там проскальзывает. Может, что има старый образ на старый человек в него. И для меня является чудом на сегодняшний день. И за мен твое чудо. То, что Володя открывает уста. Че той говори. И это чистая речь. И речь-то му чиста. Там нет сленга. Няма сленг. Там нет уже жаргона. Няма жаргони. Там нет уже матов. Няма псовни. Сквернословия. Которые являются, в моем представлении, страшным грехом, сквернословием. Это бесовский язык. Представа я съявят никогда много не изменю своего мнения. Как много страшен грех. Абсолютно бесовский язык, как материться. И мы бесовский язык. Оскверняем люди, которые матерятся, оскверняют Святого Духа. Это страшно. Дух. И тем более верующий человек. Ну, в моем представлении, верующий человек не может материться. Ну, это несовместимо. Если че верваш, уже сразу можно не сказать, може ну, где твоя вера? Что из тебя? Иисус Христос говорит по этому поводу, от избытка сердца говорят уста. От избытка на сердце то Иисус Христос говорит, не то тебя оскверняет, что входит в твои уста. Понимаете важность вот этих речевых грехов? А тебя оскверняет то, что выходит из твоих уст. Я, к сожалению, с такой скорбью могу сообщить, что в нашу церковь ходила одна, я не могу назвать ее сестрой, женщина. Тогда могу доказать, что одна жена и ходила. Я думаю, зачем она ходила? Она ненавидела Бога. Но тебя мразила Бог. И она могла периодически это говорить. Я Бога никогда не прощу. И понякога и казала, что никого няма да прости. Зачем Бог? Вы тогда ходите в церковь? И я спитах, за что никогда не прощу. Ходите на церковь. И тебе казваше, че никога няма страшно да слышать такие слова, правда? Много страшно, да. Чуваме тези думи. И вот, конечно, пусть Бог нас оградит. И нека Бог да не упази. Знаете, я недавно осознал, наскоро осознах, что в моей жизни уже очень много людей. Че в мой живот много хора. Которые на самом деле для меня бесценные люди. За мен са без, я даже думаю, хора. Что они готовы ради меня свою душу отдать, жизнь. Дори мисля, че тези хора са готови да отдадут свою душу заради мен. Был период, когда я этого просто не мог оценить, не ценил этого. И имах период, в който не можех да оценя това. И сегодня мне Бог говорит, дорожи обязательно Бог дорогими людьми. И казва, да пазишь скъпи. Смотрите, мы не дорожим дорогими людьми. Не, не пазим хората. Скупих ты хора около себе си. И заискиваемся перед людьми, которые нас унижают. И не се опитваме да угодим на манипулируют на нами. Тези хора, които ни унижават, используют ни нас. Манипулират и пытаются поставить нашу жизнь под свой контроль. Които се опитват да контролират нашия живот. Дорожите дорогими людьми, которые действительно, ну вот Оксана вот в моем представлении, я признаюсь сегодня публично, это дорогой человек. Бесценный помощник. Я вообще думаю, как ее Дух Святой использует. Она вездесущая какая-то. Вот она сейчас действует, а через секунду она уже на проекторе, уже там что-то там высвечивает, и через 5 секунд она уже там на органе играет. Потом и просто, я думаю, когда она все это успевает.
я получил от Духа, что вот такого человека надо ценить. Надо отмечать, надо ее благословлять, надо ее поддерживать. Говорить почетче слова такие. Переводи. Не справляешься.